Школьникам и студентам рассказали, как не быть втянутым в преступление и как не стать его жертвой. Личный состав департамента полиции Карагандинской области провел разъяснительные беседы в 410 учебных заведениях региона на темы наркопреступности и интернет-мошенничеств. Наша съемочная группа посетила гимназию номер 3 и пообщалась с ее учениками. Не верьте никогда людям, которые придут и скажут: я от мамы, я от папы. Ваш мама, папа находится сейчас там-то, надо срочно, тебя зовут и прочее. Нет. У вас есть телефон, взяли телефон, позвонили маме, папе, узнали, уточнили, человека попрощались. Не сопровождайте. А также никогда не контактируйте с неизвестными людьми, не заходите с ними в подъезды и лифты, не поддавайтесь на уговоры сесть в автомобиль на улице. Это касается как взрослых граждан нашей области, так и учащихся учебных заведений, за которыми департамент полиции региона несет особую ответственность. И такие встречи тому подтверждение. Мы разъясняем, как не стать жертвой насилия, жертвой какого-либо преступления. Также мы разъясняем о том, чтобы не быть втянуты в само преступление. Рассказываем очень актуальные вопросы сегодня для подростков. Это такие, как наркомания, какой вред она приносит, как не стать жертвой того, чтобы не быть втянуты в распространение наркотиков, так называемый, не стать ролью закладчика. В связи с этим Управление по противодействию наркопреступности предупреждает, что действия по закладке наркотических веществ квалифицируются как их сбыт, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Вместо красивых шмоток ты будешь носить тюремную робу. Вместо крутой тачки будет воронок. Дорогие рестораны тебе заменят баланды, а жизнь наполнится красотой. Но только эту красоту ты будешь видеть через клетку. Чтобы избежать этих последствий, нужно всегда быть начеку, знать основы законодательства, не поддаваться на уговоры незнакомцев и верить официальной информации. Сегодня выпускники гимназии номер 3 в этом еще раз убедились и сделали соответствующие выводы. Мы многое узнали из сегодняшней встречи, как не попасться на те или иные уловки, как не быть втянутым в какую-нибудь авантюру. Большое спасибо сотрудникам полиции за информативную беседу. Мы рассказали много полезной информации о современных реалиях, как людей обманывают в интернете, как попадаются школьники на различные махинации, в которых они не представляют никаких пониманий. То есть мы узнали, сколько всего плохого и темного находится в интернете, как ошибаются дети и даже взрослые люди. Профилактика правонарушений наркопреступности и интернет-мошенничества среди несовершеннолетних в гимназии номер 3 проводится на постоянной основе силами педагогического состава, сотрудниками Центрального отдела полиции и Управления внутренних дел. В мероприятиях принимают участие как школьники, так и их родители. Роберт Граф, Серик Тугаев, 5 канал.